Всем привет! Довольно давно я последний раз делал видео об этой самоходке. Это Су-100, советская ПТСАУ 6 уровня. С тех пор, как я делал по ней последнее видео, прошло так много патчей, так много изменений. И особенно не с самой самоходкой связанных, а в игре. Тот самый патч 9.18, который перелопатил матчмейкер, для многих льготных танков или танков со слабыми характеристиками сделал бои чаще невыносимыми. Ну а для Су-100 это пошло на пользу, вы не поверите. Сегодня мы все это разберем. Начнем с вооружения. Самое главное, что в этой самоходке есть, это ее реально царь-пушка. Разовый урон 390 на 6 уровне. По факту это орудие от ИСа 6. Эта пушка встречается так много потом в советской ветке на разных машинах, но именно с 6 уровня на ПТшке. И именно на этой. Но пока вы будете качаться, не забывайте, что еще и притоповая пушка у нее очень хорошая. Та, которая 100-миллиметровая. Да, у топовой больше альфа, и она, конечно, веселее. Но и это неплохо. У нее лучше пробитие голдовой, у нее лучше точность, стабилизация и урон в минуту. Единственное, что хуже, это разовый. 250 против 390. Ну, я к тому, что с этой пушкой, возможно, кому-то будет даже комфортнее эту ПТ-шку проходить. Но от себя скажу точно, с деструктором, именно с той, которая с альфой 390, веселее на порядок. Итак, смотрите. Классическая история. Танк 6 уровня, это причем мой самый первый бой, который я играл на этом аккаунте на Су-100, вот самый первый. А многие помнят, особенно кто давно играет в игру, что как только ты играешь самый первый бой на любом танке, который ты до этого еще не катал, ты всегда попадаешь в бой в топе. А здесь такого не вышло. Новый матчмейкер, здравствуйте. Но оказалось так, что для этой Су-100 совершенно по боку, с кем воевать, с восьмерками или с шестерками, или там с танками 4 уровня. Даже с восьмерками гораздо веселее, потому что в них больше хп, бои более затяжные, они, как правило, интереснее и дают проявиться этой самоходке гораздо больше, чем какие-нибудь там бои с этими 4-уровневыми ваншотными противниками. Рассказываю почему. У нас, да, мало хп, у нас маленький уровень, вследствие чего мало хп, и обзора маловато, и брони нету совсем, чтобы отбивать снаряды от 8 уровней, но это и не надо. Если постараться выбрать из этой самоходки самое лучшее и использовать, и концентрироваться только на этом, то как на ней нужно играть? Все просто. Нужно стрелять в врагов так, чтобы в ответ не летело. Как мы это делаем? Мы можем это делать, когда союзники подсвечивают, а мы стоим физически дальше от врагов, чем они могут нас увидеть. Или стрелять в врагов так, чтобы ответного выстрела от него уже не прозвучало. Иначе говоря, добивая. Это два основных момента, все остальное строится вокруг этого. То есть все мои движения в этом бою или в любом другом будут именно исходя из того, что как бы то там ни было, эта ПТ не самая бронированная и у нее мало хп. Любой урон, даже от 5 уровня, даже тем более от 6, это как правило может быть 200, а то и 300 очков разового урона, а это больно. Это половина нашего здоровья, потому что его даже там 600 нету. Следующий момент. До того, как я выкатил эту самоходку, я почему-то по старой памяти помнил, что орудие у нее до одури капризное. То есть, ну какой там точность 0.43, время сведения 2.9, да и бронепробитие какое-то скромное для ПТшки. Вроде бы должны наоборот они этим славиться, но в случае нашего варианта нет. У нас только разовый урон. И как попадать с этой пушки, если она такая косая и долго сводящаяся? Я и здесь никакой Америки не открою. Главное правило это сводиться, терпеливо сводиться до конца, даже если в это время по вам стреляет тот же самый враг. Если по вам уже стреляют, и уже поздно пить боржоми, уже совершенно точно понятно, что кто-нибудь из вас должен проиграть или выиграть, то лучше, приближая свою победу, не торопиться стрелять, а торопиться свестись до конца. Это основное, что требуется от любого водителя на Су-100. Поймите, любой ваш выстрел с альфой 390, даже если вас в итоге уничтожили, это гораздо лучше, чем ваш промах с альфой в 390, понимаете? На этой ПТ всегда нужно старательно попадать, потому что разовый урон. Два раза выстрелил, и ты отбил свои хп, и ты уже эффективнее, чем ноль. Понимаете? Понимаете. Идем дальше. Зачем я сюда переехал? Наверняка опытному игроку говорить и не нужно, но это видео скорее для новичков, потому что мы говорим о Су-100, да, мы не говорим о танке 10 уровня, каком-нибудь там суперсложном. Это довольно простая ПТ. Я приехал на это место, потому что с него прекрасно открывается прострел на вторую линию, когда враги начинают выезжать на наших.
Но при этом важно. Вот тот союзник, который ТТ-400, он просвечивал эту длину. Я его видел, я видел, где он стоит. Я прекрасно понимал, что я сам там не увижу никого, а он увидит. И благодаря его подсвету я кому-нибудь там прилабуню. Так и вышло. Породжетто получил свою альфу. Это танк 8 уровня. А я с какой-то несчастной шестерки долбанул ему так сильно и так больно, что он до сих пор, наверное, это помнит. Далее, мне показалось, что на второй линии больше не будет врагов, и я переехал так, чтобы стрелять на первую. Заметьте на мини-карте по кругам. То есть белый круг не дотягивается до врагов. Они физически меня не могут увидеть, даже если я буду стрелять по ним. А голубой круг — это отрисовка, там я их прекрасно вижу. И я отлично могу по ним стрелять. С одной стороны, вроде бы плохо, что я приехал сюда, потому что там Тигр П стал выезжать опять на второй линии, где был Параджет, то я вроде бы упустил возможности. Но тут внезапно появилась и сушка, да и вообще как-то получилось даже выгоднее. Два раза дал. Уже 2100 урона, при этом я еще только вот сейчас засветился. Ну, если мы не будем принимать внимание начальную стадию игры, где там я с 71-м еще гонял. Ну так вот, в чем хороша Су-100? В том, что на любой другой ПТ ее уровня я бы 2100 урона набил бы в самом начале боя, вряд ли. Почему? Потому что чаще всего, получив однажды, враг понимает, получит и еще раз, да, поэтому он отходит, уезжает. А получив от нас сразу много, пусть он уже отходит, мы уже много урона ему нанесли. 2100 по восьмеркам, там по всяким разным шестеркам, это было здорово. Во-вторых, в отличие от тех ПТшек, у которых вроде бы даже и пробитие больше, у нас довольно хорошая мобильность. Удельная мощность почти 16 лошадей на тонну. Это быстрый средний танк по идее. Максимальная скорость 50. И мы везде можем поспеть, куда-нибудь переехать, кого-нибудь даже поджать или подпушить. Например, вражеский Hellcat, он даже не подозревает о том, что я уже его объезжаю. Хотя, казалось бы, он тут такой быстрый и такой весь модный, но я раз у него уже в спине, и он даже об этом не догадался. Только получив пулю в спину, понял, что сзади у него небольшие проблемы. Он убегает, но от Су-100, как говорится, не убежишь. Не знаю, что быстрее летает снаряд с пушки Су-100 или сама Су-100, ну и как к тому, что пульки летают не так и быстро, но тем не менее Хеллкэту этого хватает. Понимаете? То есть, как говорится, пленных не берем. Два раза выстрелил в любой танк 6 уровня, особенно если это ПТшка, и проблемы с ним больше вас не потревожат. Еще у нас плюс есть. Отличная маскировка. Правда, пока мы не выстрелили. Когда мы стреляем, демаскируемся почти на любых дистанциях. То есть, вот здесь АТ-7 до меня было не так уж и далеко, и он меня подсветил. Но будь он, мне кажется, метров на 10 дальше, чем на самом деле стоит, я бы, возможно, проехал без подсвета. То есть настолько, ну, она не совсем незаметная, чтобы вот прям тише воды ниже травы, как бывает там всякие Г-25 или прочие самоходки. Но в любом другом раскладе она одна из самых маскированных на своем уровне. Пока не стреляет, естественно. Пару слов о броне. Как таковой у нас вроде бы ее не особо много. Это имеется в виду 75 мм в верхнем бронелисте, ну или точнее в броне рубки, да, вот во всем том, что там есть. Кроме маски. Маска бывает такие чудеса отбивает, прямо сойдешь с ума. Но там в основной своей броне 75. Приведенных получается примерно где-то 115. То есть некоторые шестерочки там СТшки нас пробивают раз через раз, и это можно использовать. Но еще лучше помогать отбивать снаряды, это ставить ПТ немножко ромбом. В этот момент нужно, конечно, следить за тем, чтобы вы не выставляли каток из-за угла своим, который ближе к врагу, тогда будет хуже, чем казалось бы. Ну, а если стреляют по вашему верхнему бронелисту, то это нужно использовать обязательно. Ну, или просто танцевать влево-вправо. Это лучше, чем ничего. Какие-то шансы все равно появляются. Мало ли враг целится нам в броню рубки, попадает в маску. Зачем нам, как говорится, лишний урон, если можно его не получать? Повторюсь, ХП у нас очень мало. Любой, даже урон в 100 очков, он уже чувствителен. Если подытоживать, то Су-100 самая или одна из самых способных ПТ 6 уровня на чудесные высокие цифры урона. Она прекрасна, она всем хороша. Если, конечно, правильно ее подготовить к бою. То есть, само собой, из оборудования нужно ставить досылатель сюда. Если у вас нет опытного экипажа с перками на обзор, то обязательно трубы. И третьим модулем, что хотите. Можете привод наводки, можете там что угодно. И все. Вот данный бой, давайте его проанализируем. Здесь победа не случилась, но я набил больше, чем любой другой танк на этой карте. И причем еще очень важно, кстати, видите ЛБЗ ПТ-8, даже на объект 260, нанести урона в 5 раз больше, чем свое ХП. Су-100 для этого подходит как никогда. Это один из лучших вариантов для того, чтобы пройти ЛБЗ ПТ-8. Ну и в итоге 3500 урона. По-моему, неплохо. Что вы думаете? Ставьте лайк, если согласны, подписывайтесь на канал и оставляйте ваши комментарии, что вы об этом думаете. Всего доброго, пока-пока.